Порядка 170 новых школ открылись в сентябре по всей России. Еще 200 планируют ввести в эксплуатацию до конца года. Это сообщил сегодня председатель правительства России Дмитрий Медведев на селекторном совещании с главами регионов. На создание новых мест, приведение школ в порядок, ликвидацию третьей смены, потому что третья смена наиболее неблагополучная с точки зрения образования, на строительство школ в сельской местности в бюджете с 2016 по 2021 год на условиях софинансирования регионам были предусмотрены значительные средства, ну и сейчас они, естественно, предусмотрены около 200 миллиардов рублей. За счет них уже появилось свыше 155 тысяч новых мест. Масштабная стройка развернута в рамках нацпроекта «Образование». В нашем регионе благодаря госпрограмме развития образования Чувашской республики до 2025 года планируют построить и реконструировать 21 школу на 11 500 мест. Чтобы сократить очередь в детские сады, в этом году в республике планируют открыть 16 дошкольных учреждений. 10 в Чебоксарах, по одному в Комсомольском, Чебоксарском, Цивильском районах и в Канаше, 2 в Новочебоксарске.